Здоровайтесь. Всем здравствуйте. Всем привет. Мы сегодня везем детей в студию. Ну, каждое воскресенье они у нас ездят туда. Это скольки они у нас? 18-10? 18-10. В общем, все трое занимаются в студии свет. Если не разрешат, то мы немножечко там поснимаем. Каким составом едем? Ну-ка, перечислите, кто тут у нас сидит. Мама, папа, Снежана, Егор и я. Машина. И машина. И руль. И руль. Мама, можно я скажу? Не вижу никого. Собаки постоянно меня, за мной повторяют. Я нарисую то, и он за мной. Ага. Каждое воскресенье. Значит, ему нравится то, что ты рисуешь. Да, поэтому он повторяет. Все, дороги у нас тут все скачет. Дорог нет. Вот сейчас начались. В общем, мы приехали в студии. Пытаются они вылезти. Его ручку девочкам подавать нужно. Так, как у меня хоть оделись-то? Ну-ка я на вас посмотрю. Так, девчонки наряжались сами. Что нашли в шкафах, что им нравится. Егор только несколько раз ко мне бегал. Можно я это одену? Можно я другое одену? Вот это. Да. Иди, весь исцарапанный. Тут у нас банк Евроальянс. И вот эту же калитку. А, отдыхаем, да. Вот и вот, короче, мы хотели здесь заснять. Да. Знаете, не судьба. Ага. А сегодня 5 мая. Так. Работаем. Я отнесет, отдыхаю. Да, кто из нашего города? Я сейчас покажу. Это вот здесь моя телефончик. Сейчас подожди, Сереж, я увидел. Мама, можно мы тогда тут вот погуляем? Сейчас тут видно будет. Светлана Вячеславовна, мама, Лебедева. Мама, вот ее телефон. Погуляем. Можно записаться. Мама, Волга! Какая Волга? Пойдем. Что-то я как-то не подумала, что везде все выходные. Дало мне, что сегодня у нас студия будет. Мама, можно мы на площадке погуляем? Ничего страшного. Можно мы на площадке погуляем? Мама, давай. В общем, раз у нас нет студии, то мы заехали на бульвар к нам. На Волгу. Такая здесь беседка сделана. Как обзорная площадка. Ух ты! А там кто-то самокат забыл. Это не забыл, это вон там гуляют. Да. Сейчас я здесь сниму. Очень живописно. Напротив нашего города Заволжск. Это что, мам, море? Нет, это река. Мам, можно мы туда будем? А как туда спуститься вообще? Лестница там есть, Егор. Мам, пойдем сюда. Там у нас вниз. Достопримечательность. Туристический небольшой такой комплекс, Мирная пристань. Там ресторанчик и как бы мини-гостиница. Мам, мама. Это наш ЗАГС. Для тех, кому надоела спокойная жизнь, или наоборот, кто хочет обрести спокойную жизнь, ну, в смысле развестись. Не желаешь, мама, Сергей Витальевич? Можно мы с папой пойдем туда вниз? Да как вы пойдете вниз? Мы сейчас поедем уже домой. А там вдалеке у нас драмтеатр, драматический театр имени Островского. Театр давай очень большой, спустимся туда удобный вниз. Зал. Пойдем, со всех пойдем, кресел пойдем. Все просматривается очень где хорошо. Где? Вон там есть лестница. Нет, там лестницы. Сейчас у нас город убран. Центр города очень даже так, даже еще без зелени красиво. Ну уже вот смотрите, деревья уже наряжаются, становятся зелеными. Скоро у нас будет красота. Да, у нас, по-моему, в июне будет День города. Так что у нас очень интересно его проводят. Приглашают знаменитости. Концерты. Тихоновскую ярмарку. Уже вот какой год восстанавливают. Наши любимые рукодельные мастера будут вот на этом бульваре. Там дальше. Если мы сможем попасть, если мы не будем работать в этот день, то мы тоже поснимаем потом на День города.
Вообще я люблю шляться по всяким ярмаркам рукодельным. Смотреть, что делают другие люди. Смотрите, какое небо. Вот бы ее потрогать. Вась, смотри, небо какое, Вась. Мама, а можно мы покупаемся? Ой, обязательно, прямо сейчас иди купайся. Я буду покупаться. Давай, давай, давай. Угу. Тебя Миша он холодной водой обливал, так ты пищишь. Да. Кстати, у нас когда Егор, вот мы с ним на море, вообще, он ничего не боится. Ему без разницы, глубина, не глубина. Он заныривает и потом ищи его там. Сколько в аквапарке тогда было. Только переглядываемся с Мишкой, бац, Егора нет. Пошли искать, где-то там подныривает, плывет. Воды нахлебается, и все равно ему пофигу. Он опять заныривает. Мама, а девчонки, они осторожные. Егор вообще, он... оторви голова ему. Без разницы, опасность, не опасность. Это, кстати, вот черта многих таких приемных ребятишек. Вот. Отходить от него нельзя. Никуда. Нужно следить. Смотрите, красота какая. Нет, вот она. Да. А чем тут лестница? Его тут туда вниз. Вниз далеко идти, да. Давайте мы как-нибудь специально приедем. Вниз-то сходим. Мама, смотри, тут есть дорожка. Вот тут. Да, тут дорожка такая. Ты по ней? Вот я даже сейчас вот нашим зрителям сниму. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я пошутила. Чувство юмора он, у него тоже, кстати, нет. Абсолютно. У Снежаны, ну, она еще поменьше. Так, серединка на половинку. Василиса понимает чувство юмора. Когда вот что-то говоришь, она и подыгрывает, и похихикает. А Егор все воспринимает за чистую монету. И когда ему что-то в шутку скажешь, он бывает даже до истерики, до слез. Егор, не надо туда ходить. Ты упадешь, я где тебя там ловить-то буду? Угу. Вась, держи спинку ровно, не надо сутулиться. Слышишь, малыш? Не сутулься. Помаши ручкой. Что-то какая густая. Снежа, помаши ручкой. И ты ручкой помаши.